Что такое обоняние, знают все. Мир запахов мы чувствуем носом. В слизистой оболочке полости носа расположено множество обонятельных рецепторов. Они реагируют на пахучие, газообразные вещества и по обонятельному тракту передают информацию о них в кору мозга. Но знаете ли вы, как высока чувствительность обонятельных рецепторов? Они воспринимают некоторые запахи, когда на 30 миллиардов частей воздуха приходится всего одна часть пахучего вещества. Есть люди, которые такую восприимчивость обоняния сделали своей профессией. Это дегустаторы запахов. Запахи влияют на состояние человека, на его настроение, на его отношение к людям.